Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем финальные игры областной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы» Ивановского края. Темой наших финальных игр являются выдающиеся уроженцы Ивановского края в контексте российской истории. И прежде чем представить Ариапак, я хотел бы предоставить слово для приветствия нашим высоким гостям. Добрый день. Я прежде всего приветствую наших дорогих гостей. Особые слова благодарности Юрию Павловичу, без которого бы этот конкурс не состоялся у нас в Ивановской области. У нас, я вот сейчас Юрий Павлович рассказывал, у нас в области живут очень умные, талантливые, трудолюбивые люди. Я думаю, что сегодня вы в этом убедитесь. Ребятам я желаю удачи, победы и хорошего настроения, что у вас все получится. Спасибо. Председатель Ариапага, декан исторического факультета Ивановского государственного университета Корников Аркадий Андрианович. Профессор кафедры отечественной истории Ивановского государственного университета Балдин Кирилл Евгеньевич. Наблюдает за справедливостью процедуры. Кандидат исторических наук, профессор Московского государственного университета международных отношений Юрий Павлович Вяземский, создатель передачи «Умники и умницы». Дорогие друзья, я просто хочу сказать, что у меня давно была мечта, чтобы замечательная Ивановская область со всеми своими прекрасными городами присоединилась к движению «Умники и умницы». И вот, наконец, с появлением вот этого замечательного человека, который на самом деле, если бы не он, то этого бы ничего не было, потому что я 6 лет ездил через Ивановскую область, и никакого движения не было, так что, конечно, благодаря мне, но меня поймали по дороге, но на самом деле вот мечта моя сбылась, я, видите, даже волнуюсь, у меня немножко заплетается язык, хотя для меня это, в общем, недопустимо. Удачи вам, вы из моей мечты, но только не огорчите, ладно? Храни вас Бог. Первый огон, и на дорожке приглашаются наши огонисты. Карпачев Иван, город Кинешма. Князькова Ольга, город Тейково. Шишова Валентина, Новоталицкая школа, Новоталиц, Ивановский район. И традиционно за некоторое время до начала наших состязаний мы проводим конкурс красноречия для того, чтобы определить порядок того, как огонисты будут выступать на дорожках. В первом огоне тема для конкурса красноречия «Будь я губернатором области, первое, что я сделал бы это». Добрый день, уважаемый Ариапаг, добрый день, Юрий Павлович. Если бы я был губернатором, первое, что я бы сделал, это, естественно, вопросы, которые касаются политики, экономики, но это все банально и без того важно. На самом деле я бы уделил большое внимание реконструкции храма, который сейчас находится в селе Горки Чириковы, и сейчас он просто руинизирован, но он является одним из самых старейших храмов нашей области. Спасибо. Большое спасибо, Иван. 24 секунды. Здравствуйте, уважаемый Ариапаг. Здравствуйте, Юрий Павлович. Будь я губернатором области, первое, что я сделала бы, это, конечно же, улучшила бы жизнь людей, в первую очередь в сферах медицины, культуры и образования. Ведь на губернаторе лежит такая большая ответственность, и в первую очередь за людей, которые живут в этой области. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Ольга. 24 секунды. Уважаемый Ариапаг, уважаемый Юрий Павлович. Если бы я стала губернатором, в первую очередь я занялась бы развитием международных связей, как в экономической сфере, в виде привлечения иностранных капиталов и обеспечения выхода наших товаров на международные рынки. Кроме того, я считаю необходимым развитие межкультурных связей, например, в форме организации регулярных конференций по обмену опытом с нашими иностранными партнерами. Спасибо. Большое спасибо, Валентина. 26 секунд. Пока Ариапаг совещается, кому отдать приоритет в этом конкурсе, я напомню
Немного о дорожках. У нас три дорожки традиционно. Зеленая состоит из четырех этапов, дважды можно ошибиться. Желтая из трех этапов, один раз можно ошибиться. Ну и красная дорожка самая быстрая, но ни разу нельзя ошибаться. Ну, мы, посвящавшись со всеми членами Ариапага, после долгих дискуссий пришли к такому мнению, что на первое место нужно поставить Валентину и на вторую Ольгу. На правах гостя, но тем не менее хотел бы прокомментировать. Меня коллеги спросили мое мнение. А мое мнение, что все трое достойны одинаковой оценки. Я объясню, почему. Так случилось, что сегодня у меня был отчет в областной думе о деятельности. И мы обсуждали и вопросы медицины, и вопросы образования, и вопросы, вы абсолютно правы, в современном мире нам надо не только думать о наших рынках, но и на выходе на международный рынок. Но и хочу и молодому человеку тоже сказать особые слова. В политике важно заниматься системными вещами, но также важно показывать конкретные, вполне осязаемые результаты. Поэтому, если вы спросите, что наиболее важно из того, что сказали ребята, и храм важно восстановить, и системно выходить на международные рынки, и медициной заниматься. Поэтому все, о чем сегодня сказали ребята, это входит в работу губернатора, как и не только нашей Ивановской области, но и любого другого региона. Потому что все трое ребят, вы просто молодцы. Горжусь, так держать. Первый, если мне не изменяет память, Ариапаг призвал выбирать дорожку Валентину. Валентина, пожалуйста, какую вы выберете, красную, желтую или зеленую? Желтую. Почему? Может, красную? Все-таки желтую, пожалуйста. Ольга? Красную. Ольга выбирает красную. Ну, а Ивану достается зеленая дорожка. Три вопроса у нас для Ивана на выбор. Пикник, разжаловать в матросы и хребтов. Какое вы выберете? Я выберу пикник. Хороший вопрос. Однажды на планете Земля побывали инопланетяне. Они изрядно наследили здесь, как оставляют после себя следы проезжающие, устроив рядом с дорогой нечто вроде пикника. Поэтому один из своих фантастических романов с таким сюжетом братья Стругацкие назвали «Пикник на обочине». А как называется фильм, который поставил наш земляк-кинорежиссер по мотивам этого романа? «Солярис». Если, к сожалению, это неправильный ответ, если у нас среди теоретиков те, кто готов помочь? Зубанин Матвей Игоревич, город Кохма, школа номер 7. Этот фильм называется «Сталкер». И это правильный ответ. И, уважаемый Ариапаг, это орден? Как вы думаете? Да, это орден. Ну, а вы, Иван, со штрафным очком переходите во второй этап. Разжаловать в матросы или хребтов? Разжаловать в матросы. Как все плотненько идет по порядочку. Вопреки запретам начальства, брик Байкал вошел в устье реки Амур и поднялся по ней на несколько десятков верст, основав небольшой укрепленный пост. Когда капитана брига хотели разжаловать в матросы за нарушение строгих инструкций, дело рассматривал сам Николай I. Он отечески пожурил моряка за самоуправство, но не стал наказывать и даже похвалил за присоединение к России новой земли. При этом сказал фразу, ставшую крылатой. «Где однажды поднят русский флаг, там он больше не спускается. А назовите фамилию капитана этого самого брига Байкал». Невельской. А как его звали? К сожалению, я не помню. Ну, нам достаточные фамилии. Невельской, Геннадий. Это правильный ответ, и вы без штрафного очка переходите во второй этап. Ну, а вам, Ольга, достался хребтов. Готовы сразу ответить без вопроса? Нет, пока не готовы. В годы Гражданской войны он воевал на Восточном фронте против Колчака в составе широко известной 25-й Чапаевской дивизии. Сначала командиром батареи, а потом начальником всей дивизионной артиллерии. Он является одним из действующих лиц культового для советской литературы романа. Автор этого романа зашифровал артиллериста под именем Хребтов. Артиллерист этот принимал участие в Великой Отечественной войне, окончив ее в звании генерал-полковника.
Назовите фамилию этого земляка, уроженца современного Фурмановского района. К сожалению, не помню. Очень жаль, это ошибка на красной дорожке, и вы становитесь теоретиком. Готов ли кто-то помочь? Хороший очень дело состязание, потому что у меня, когда человек ошибается на красной дорожке, он не просто возвращается на трибуну, а он выбывает из игры даже. Так что видите, как хорошо жить в Иваново. Ну, Юрий Павлович, мы немножко либеральней, чем вы. Итак, пожалуйста. Милошова Екатерина, город Родники, центральная городская школа. Могу предположить, что это Хлебников. А звали его? Не помню. Ну, хорошо, что не генерал-полковник. Да, это действительно Хлебников Николай Михайлович. И орден. Это орден для Екатерины. Вопросы первого этапа закончились, а мы переходим ко второму этапу. И у вас, Иван, снова три ключевых слова. Епископ, налет на Берлин, небесные странники. Какой вы выберете? Я выберу епископ. Петр I был религиозным человеком, но многих представителей духовного сословия не любил, в основном за их консерватизм и сопротивление реформам, которые были объективно прогрессивными. Но к этому епископу, уроженцу Ивановского края, он относился с большим уважением. И когда тот скончался, царь вместе с другими участниками похоронной процессии нес его гроб на руках. Назовите этого церковного деятеля 18 века, который в следующем, в 19 веке, был причислен Русской Православной Церковью к лику святых. Мне кажется, что это был Василий Конишемский. Очень жаль, это не Василий Кинишемский, и вы со вторым штрафным очком переходите в третий этап. А кто из теоретиков готов нам помочь? Крылова Елена, школа номер 10, город Тейково. Но я могу предположить, что это митрополит Михайловский. А звали его как? Не могу сказать. К сожалению, это неправильный ответ. Есть ли еще кто готов помочь? К сожалению, больше нет никого из теоретиков, кто рискнул бы. Звали этого епископа Митрофан, и был он епископом города Воронеж. Правильный ответ – Митрофан Воронежский. Ну что ж, Валентина, один шаг до победы в конкурсе. Два ключевых слова – налет на Берлин или небесные странники. Что вы выберете? Налет на Берлин. Как все плотно подряд идет. Налет на Берлин. В годы Великой Отечественной войны этот полководец, уроженец современного Вичугского района, командовал морской авиацией наших вооруженных сил. Его летчики охраняли английские суда, которые через Баренцево море доставляли в Мурманск и Архангельск товары по ленд-лизу. А в самом начале войны он спланировал налеты нашей дальней бомбардировочной авиации на Берлин, чего немцы никак не ожидали. Назовите этого земляка-полководца и его последнее воинское звание. Рискну предположить, что это маршал авиации Жаворонков. Уважаемый Ариапак, можем ли мы засчитать такой ответ? Да, можем. И Валентина переходит в третий этап штрафного очка, но поскольку она может ошибиться, она становится победителем первого агона. Небесные странники. Сейчас Российская академия наук за лучшие исследования в области астрономии присуждает премии, названные по фамилии этого ученого. Работал он в Московской и Пулковской обсерваториях под Петербургом, но на лето обязательно приезжал в наш край, где у него было имение и где он жил с семьей как на даче. Но и здесь трудился, наблюдая по ночам звездное небо в небольшой телескоп. Главная специализация этого выдающегося астронома – небесные странники, то есть кометы, а также метеорные потоки. А назовите фамилию этого выдающегося астронома. Кто был первым? Участник под номером 13. Здравствуйте, Рябова Валерия, город Иваново, гимназия номер 3. Я полагаю, что это был Бредихин.
И вновь традиционный вопрос. Как зовут Бредихина? Сейчас. Возможно, Николай. Нет, к сожалению, не Николай, но Бредихин, действительно, это правильный ответ. Уважаемый Ареопаг, готовы ли вы засчитать этот ответ? Орден? Орден. Следующее ключевое слово – слово «Русь». Один художник сделал множество этюдов и набросков к своей главной картине, но так и не написал ее. Замысел картины состоял в том, чтобы создать коллективный портрет русского духовенства. Возможно, он не сумел написать эту картину, так как замысел ее показался художнику слишком масштабным, то есть неисполнимым на практике. А возможно, он и сам не верил, что эта Русь уходит навсегда. Как звали этого художника, родившегося в Палихе, но не ставшего не иконописцем, а советским художником? Кто был первым? Участник под номером 10. Карпачев Иван, город Кенишма, школа номер 18. Я могу назвать фамилию? Давайте. Голиков. Нет, к сожалению, это не Голиков. Следующим кто был? Участник под номером 13. Баба Валерия, гимназия номер 3, город Иваново. Возможно, это был Павел Корин. Да даже невозможно, это точно был Павел Корин. И его картина «Русь уходящая». И это орден. Стены жилища. Пушкин не любил украшать стены своего жилища картинами, но для полотна одного из братьев-художников, наших земляков, сделал исключение. Картина младшего из двух братьев, Никанора, под названием «Дарьяльское ущелье», висела на квартире Пушкина на набережной реки Мойки, куда его принесли с дуэли. Пушкин поддерживал с этими двумя братьями дружеские отношения, и профиль старшего брата Григория можно увидеть на полях пушкинских рукописей. Назовите фамилию этих братьев-художников и укажите название города, в котором они родились. Кто из теоретиков был первым? Участник под номером 13. Валерия, видимо, все решила захватить у нас сегодня. Это были братья Чернецовы. Родились они... недалеко от Шуи, я полагаю. Ну, где же недалеко от Шуи? Какой город? Сейчас. Город точно не назовете. Город не назовете. Нужна помощь. Кто готов помочь? Это Палих. Нет, это не Палих. Еще кто-нибудь готов предположить? Лух. Валерия, Лух. Это вы? Да, это я. Прекрасно. Это город Лух, это действительно братья Чернецовы. И, уважаемый Ареопаг, это орден. Это орден. И последний вопрос первого агона, который был бы задан на дорожках. Циклическое развитие. Этот замечательный русский ученый-экономист родился в деревне Галуевская, неподалеку от Вичики. А учился в церковно-учительской семинарии в соседнем селе Хреново. Его первая научная работа была посвящена деятельности Кенишемского уездного земства. В дальнейшем, в 1920-х годах, он написал свои главные работы, которые принесли ему мировую славу. В них идет речь о циклическом развитии экономики в условиях рыночного хозяйства. К сожалению, этот наш земляк погиб в ходе сталинских репрессий. Назовите его фамилию. Кто был первым? Участник под номером 7. Надеюсь, что сейчас правильно. Карпачев Иван, город Кенишма, школа номер 18. Это был Кондратьев. Да, это был Кондратьев, известный по циклам Кондратьева. Уважаемый Ареопаг, мы можем дать орден? Можем. Это орден Карпачева Ивану. Ну, а вопросы первого агона закончились, и мы переходим к эпилогу. В эпилоге у нас традиционно три вопроса. Вопросы немножко попроще, поэтому за них мы можем наградить участников-теоретиков только медалью. Но две медали можно будет обменять на один орден. В Ивановской области очень сильны традиции художественного моделирования одежды.
А связаны они с именем одного знаменитого земляка-модельера. А назовите этого земляка. Кто был первым? Участник под номером один. Алексеенко Юлия, гимназия номер 3, город Иваново. Это был Вячеслав Зайцев. Почему же был? Это есть Вячеслав Зайцев. Это есть. И это медаль. Второй вопрос эпилога. Когда его вывозили на русском корабле из Греции, его звали Георгос, но в России он больше известен под именем Егор. Он стал служить на военном поприще и к концу жизни достиг звания генерал-лейтенанта. Его портрет можно найти в Государственном Эрмитаже, в галерее Героев Отечественной войны 1812 года. Выйдя в отставку, он поселился в своем имении на берегу реки Увать, а могила его находится в селе, расположенном буквально в нескольких километрах от города Иваново. Назовите фамилию этого Героя Отечественной войны 1812 года. Кто был первым? Участник под номером 12. Павлов Иван Мыск, средняя школа, это Власов. А как его звали в России? Егор. А отчество? Иванович. Вспомните. Ну, я думаю, как считает Ариапак, можно ли зачесть Егора Власова, даже с неправильным отчеством? Иванович, я сказал. Власов. Не Власов, а Власов. Власов. Это медаль. Это медаль. И третий вопрос эпилога первого агона. Он родился в 1847 году в Иванове, в семье бедных родителей. Организованная им группа стала известна на всю Россию в начале 1870-х годов, а сам он послужил прототипом Петра Верховенского в романе Достоевского «Бесы». Назовите его, этого знаменитого земляка. Кто был первым? Участник под номером 13. Здравствуйте, Рябова Валерия, город Иваново, гимназия номер 3. Это был Николай Благовестов. Благовестин или Благовестов? Погромче и целиком. Николай Благовестин. Благовестов. К сожалению, нет, это не Николай Благовестов. Следующим, кто был у нас? Участник под номером 3. Богданова Валерия, Иваново, 41-я школа. Я думаю, это был Нечаев. Да? Ну уж, слишком многого мы требуем от вопроса на медаль. Да, это был Сергей Нечаев, и это медаль. Ну, а все вопросы нашего первого агона закончены, и мы начинаем второй агон. Для участия во втором агоне на дорожке приглашаются Крылова Елена, город Тейково, Милошова Екатерина, город Родники, Рябова Валерия, город Иваново. Ну а девушкам нашим досталась интересная тема в конкурсе красноречия. Я напоминаю, что мы проводим конкурс красноречия для того, чтобы определиться, в каком порядке девушки будут выступать на дорожках. Поскольку у нас высокий гость Юрий Палыч, который наблюдает за процедурой, мы решили порассуждать и попросить наших агонистов тоже порассуждать. Сейчас много говорится о том, что интернет занимает нишу телевидения. И поэтому тема сформулирована так. Телевидение мертво? Здравствуйте, уважаемый Ариапак. Здравствуйте, Юрий Павлович. Мне предложили поразмышлять над темой, телевидение мертво в современном мире или нет. На мой взгляд, нельзя ответить на этот вопрос однозначно. Телевидение в современном мире – это главный источник информации. Но так ли это? Я считаю, что телевидение потихоньку уходит на задний план. Интернет занимает сейчас главный источник информации для нас. Поэтому телевидение в ближайшем будущем будет заменено интернетом. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Елена. 34 секунды. Екатерина, вы готовы? Здравствуйте, уважаемый Ариапак. Здравствуйте, Юрий Павлович. Не секрет, что в настоящее время интернет все больше и больше набирает обороты и заменяет многие средства массовой коммуникации, в том числе телевидение. Многие люди считают, что телевидение мертво. А так ли это? На мой взгляд, телевидение – это
важные средства массовой коммуникации, которые очень сильно влияют на подсознание людей и выполняют ряд функций, в том числе воспитательную, функцию духовного и нравственного обогащения людей и социализации. И поэтому я считаю, что телевидение очень важно. Также сейчас существует много разных образовательных программ, которые просто незаменимы, и поэтому нельзя утверждать, что телевидение мертво. Оно живет, и надеюсь, что будет жить в будущем. Спасибо, Екатерина. 45 секунд. Довольно много, но, тем не менее, спич был насыщенный. Валерия, вы готовы? Здравствуйте, уважаемый Арайпак, Юрий Павлович и Андрей Валентинович. Я считаю, что телевидение живо, и более того, оно будет жить еще огромное количество времени. Безусловно, некоторые средства массовой информации, в частности интернет, сместили его на второй план. Но вспомним появление телевидения в 20 веке. Газетам пророчили такую же судьбу, как и телевидению сейчас, что они уйдут, и никто не будет их использовать. Но что мы видим в 2019 году, мы можем спокойно прочитать свежий выпуск «Комсомольной правды» или «Рабочего края». Поэтому я считаю, что еще нельзя говорить о том, что телевидение мертво. Большое спасибо, Валерия. Очень длинные содержательные речи. Валерия уложилась в 39 секунд. Ну, а пока наш Ариапак совещается, в каком порядке девушки будут выбирать дорожки, я напомню, что у нас три дорожки. Зеленая, из четырех этапов состоящая, на которой можно дважды ошибиться. Желтая, состоящая из трех этапов, однажды одна ошибка допустима. И красная дорожка, на которой нельзя ошибаться, но красная дорожка самая быстрая. Обменялись мнениями, и на наш взгляд, несмотря на то, что все три выступления были очень интересные, содержательные, все-таки мы отдаем предпочтение первой Екатерине, а второе – Валерии. Большое спасибо. Екатерина, какую дорожку вы выберете? Я выбираю желтую дорожку. Хорошо. Валерия, а вы какую выберете? Зеленую. Уверены? Может быть, все-таки красную? Давайте зеленую. Давайте, потом не говорите, что я вас не предупреждал. Ну а вам, Елена, достается красная дорожка. И мы начинаем первый этап. В первом этапе, как традиционно, у нас три ключевых слова. Обед, семинаристы и социология. Валерия, какое слово выберете? Давайте, обед. Весной 1940 года, после одного из совещаний, Сталин пригласил к себе на обед его участников. Во время обеда вождь народов спросил одного из присутствующих, почему он не стал священником, хотя закончил духовную семинарию. Смущенный офицер ответил, что не имел желания идти в священники. «Так-так», — усмехаясь в усы, сказал Сталин, — «вы не имели такого желания, а вот мы с Микояном хотели пойти в попы, но нас почему-то не взяли. Почему? Не пойму до сих пор». «Назовите фамилию этого смутившегося офицера». Василевский. Что ж так тихо-то? Громче можете? Василевский. А звали его как? Сейчас, секунду. Александр. Александр Василевский. Ой, не Александр. Александр Василевский. Александр Василевский. И вы без штрафного очка переходите во второй этап, потому что действительно это был Александр Михайлович Василевский. Екатерина, семинаристы или социология? Давайте семинаристы. Семинаристы. Внимание, стихи. У первой бабки четыре сына. Четыре сына, одна лучина. Кожух овчинный, мешок пеньки. Четыре сына, да две руки. Как не навалишь им в чашку, чисто. Чай не борчата, семинаристы. Эти стихи свидетельствуют о том, что эти четверо учеников духовной семинарии жили очень небогато и порой даже впроголодь. Один из них впоследствии прославился больше других, став основателем одного из самых известных в России музеев. Стихи же принадлежат перу его племянницы. А назовите их фамилию. Цветаевы. Эти семинаристы Цветаевы, вы считаете? А как считает наш Ариапак, можем ли мы зачесть этот ответ?
И без штрафного очка вы переходите во второй этап. Елена, вам досталась социология. Основоположниками современной социологии являются англичане Герберт Спенсер и Арнольд Тойнби, немец Макс Вебер, француз Огюст Конт и русский ученый, который тесно был связан с нашим краем. Он учился в церковно-учительской семинарии в селе Хреново, рядом с Вичугой, желая получить педагогическое образование. В 1922 году он был выслан большевиками из Советской России как вредный элемент. Затем осел в США, где работал в различных университетах, в том числе читал лекции в Гарварде. В селе же, где была расположена бывшая церковно-учительская школа, установлена мемориальная доска, свидетельствующая о том, что здесь учился ученый с мировым именем. Назовите этого ученого. Ну, я могу предположить, что это Мальцев. К сожалению, это не Мальцев, и вы становитесь теоретиком, на красной дорожке нельзя ошибаться. Ну а мы спросим у теоретиков, кто первым изъявил желание сказать, что же это за ученый с мировым именем. Участник под номером 15. Добрый день, меня зовут Скребов Никита, я из города Вичуги, учусь в школе номер 12. Могу предположить, что этим ученым был Петерим Сорокин. Да, действительно, это был Петерим Сорокин, и это орден, конечно, без вопросов. Для второго этапа у нас тоже три вопроса. Новый роман, рейд по тылам и зашифрованы под такими интересными ключевыми словами. Каждая мужицкая физиономия. Валерия. Что вы выберете? Новый роман. Новый роман, значит, новый роман. Эта широко известная французская писательница является основоположницей такого направления западной литературы, как новый роман. Главное ее произведение – романы «Золотые плоды. Между жизнью и смертью». А родилась она в 1900 году в городе Иваново-Вознесенске. И тогда звали ее Наташа Черняк. Отец – был инженером-химиком, основавшим небольшую мастерскую по производству красителей. В возрасте 8 лет уехала она к отцу в Париж, получила литературную известность в 40-х годах. В 1990-м, в возрасте 90 лет, она вновь посетила Иваново и с помощью креведов нашла тот дом, где жила в детстве. Назовите ее имя и фамилию, под которыми она стала известна. Натали Сорот. Натали Сорот, создательница нового романа. И без штрафного очка вы переходите в третий этап. Вот почему я вас убеждал перейти на красную дорожку, ведь вас могут обойти на желтый. Екатерина, рейд по тылам или каждая мужицкая физиономия? Рейд по тылам. Рейд по тылам. Кавалерия в годы Великой Отечественной войны не играла решающей роли. Это была уже война моторов, самолетов, танков, самоходок. Однако в проведении отдельных операций конники внесли свой значимый вклад. Конный корпус под руководством нашего земляка-генерала был заброшен в тыл противника во время битвы за Москву. В течение нескольких месяцев он передвигался по вражеским тылам, нарушая коммуникации противника, уничтожая живую силу и технику немцев, а потом вышел к своим. Назовите фамилию нашего земляка, лихого военачальника-кавалериста. Его последнее воинское звание. Если не ошибаюсь, то это генерал Белов. А звание его какое последнее было? Мы зачитываем этот ответ. И Екатерина Милашова из Центральной городской средней школы города Родники становится вторым победителем нашего финала. Зимой он жил в Москве, но на лето обязательно уезжал в свое имение в Кинешемский уезд. Только здесь он в полной мере мог отдаться творчеству, так как здесь не докучала ему очень надоедливая публика. Он писал об этом имении так. Каждый пригорочек, каждая сосна,
каждый изгиб речки очаровательны. Каждая мужицкая физиономия значительна. Я пошлых не видел еще. И все это ждет кисти, ждет жизни от творческого духа. Как называется это имение, где художник слова черпал свое вдохновение? Кто был первым из теоретиков? Кто готов ответить? Участник под номером один. Я могу назвать имя. Это был Островский. И его имение, к сожалению, нет. Кто готов помочь? Потому что главный-то вопрос у нас имение, как называлось? Участник под номером 13. Это было Щелокова. Уважаемый Ариапак, как мы поступим с нашими теоретиками? Обоим по медали, да? Правильно. На мой взгляд, тоже я соглашусь с вашим мнением. Каждому достается, точнее, каждый достается по медали. А мы продолжаем. Ключевое слово – Стаханов. В 1935 году шахтер из Донбасса Алексей Стаханов благодаря рациональной организации труда сумел добыть 11 норм угля. Его выдающееся достижение было подхвачено в других отраслях. В городе Горьком токарь Бусыгин выточил на своем станке совершенно запредельное число деталей. В сельском хозяйстве отличилась трактористка Прасковья Ангелина, которая вспахала рекордное количество гектаров. А вот в текстильной промышленности почин Стаханова подхватили две девушки-ткачихи из небольшого города Ивановской области. Девушки были молоды, и их никто не называл полными именами – Евдокия и Мария. Чаще всего – Дуся и Маруся. Назовите фамилии девушек и город, где они жили и работали. Кто из теоретиков был первым? Участник под номером 10. Кухар Ксения, Михайловская школа. Это были девушки Виноградовы, они не были сестрами. Город, могу предположить, может быть, Кинешма. Нужно ли уточнение? Нужно уточнение, говорит Ариапак. Кто готов уточнить город? Столово-Ивано-Мыцкая средняя школа. Это город Вичуга. Действительно, это город Вичуга. Как мы поступим с нашими теоретиками? Каждому по медали, говорит наш высокий Ариапак. Вопрос, скрывающийся за ключевым словом «Чехов». Короткий вопрос. Природа нашего края благотворно действовала на одного художника. Один из его друзей, Антон Палыч Чехов, сказал ему по этому поводу. «На картинах твоих появилась улыбка. Назовите фамилию этого художника-передвижника». И кто был первым? Участник под номером один. Алексеенко Юлия, гимназия номер 3, город Иваново. Это был Исаак Левитан. Да, действительно, это Исаак Ильич Левитан. И это орден. Последний вопрос второго вагона вместо Керенского. Когда толпа солдат, матросов и красноармейцев штурмовала Зимний дворец, в ночь с 25 на 26 октября по старому стилю 1917 года он вел последнее заседание Временного правительства, так как Александр Федорович Керенский уехал в Псков просить помощи для Петрограда. Назовите фамилию этого российского политического деятеля, который также был крупным ивановским предпринимателем. В октябре 1917 года являлся заместителем Керенского. Кто из теоретиков готов ответить? Участник под номером один. Алексеенко Юлия, гимназия номер 3. Это был Коновалов? Действительно, это был Александр Иванович Коновалов. И это орден. Это орден. Вопросы второго агона закончены. И мы переходим
в эпилог. В эпилоге вопросы проще, за них можно получить медаль. Две медали можно обменять на орден. Но если теоретики хотят, можно и не обменивать медали. Первый вопрос эпилога. По своим заслугам он вполне мог претендовать на то, чтобы быть избранным на российский престол, так как именно он внес главный вклад в разгром интервентов под стенами Москвы. Но избран был тот, про кого историк Василий Осипович Ключевский сказал: «Недостойнейший, а удобнейший», то есть юный Михаил Романов. Назовите воеводу нашего земляка, который мог претендовать в это время на российский престол. Кто был первым? Участник под номером один. Алексеенко Юлия, гимназия номер три. Этим воеводой был Дмитрий Пожарский. Действительно, это был Дмитрий Пожарский, и это медаль. Второй вопрос эпилога. По профессии он был гравером и работал на текстильной фабрике, а по призванию был он поэтом. Еще занимался он другой общественной деятельностью и волею судеб стал председателем первого в России общегородского совета рабочих депутатов. Вероятно, главной в своей жизни он считал поэзию. Об этом интуитивно догадывались отцы города Иваново, когда в 1962 году назвали Никитскую улицу улицей поэта. А продолжите, какую фамилию мы можем услышать на улицах города Иваново? Кто из теоретиков был первым? Участник под номером 13. Рябова Валерия, гимназия номер 3. Возможно, это был Авенир Ноздрин. Действительно, это был Авенир Ноздрин. И улица называется улица не просто Авенира Ноздрина, а улица поэта Авенира Ноздрина. Это медаль. И последний вопрос эпилога второго агона. Он довольно интересный и, на мой взгляд, вполне простой. Одно изобретение было сделано на Ивановской земле, а автор его в это время жил в своей усадьбе Привольная. Сам автор назвал изобретение электрогефестом, так как в античной мифологии обработкой металлов ведал бог Гефест. Назовите этого изобретателя. И кто из теоретиков был первым? Участник под номером 5. Зубанин Матвей, город Кохма, школа номер 7. Этим изобретателем был Николай Николаевич Бинардос. А что он изобрел? Электродуговую сварку. А как она работает? Можете объяснить принцип? Катод и анод и образуется между угольным стержнем, тогда использовали уголь, а не металл, и металлом, к которому подключен минус, образуется электрическая дуга, которая расплавливает, плавит металл и объединяет в одно целое. Ну, я честно скажу, я не знаю, как работает принцип электросварки, как она устроена, но большое вам спасибо, Матвей, за то, что рассказали. Уважаемый... Да, Юрий Павлович. Было два вопроса. Одной медалью, на мой взгляд, вы не отделаете. Уважаемый Реопаг, согласны ли вы с нашим беспристрастным наблюдателем? Действительно, меня тоже поразил этот ответ, поскольку я приблизительно понимал, как работает принцип сварки. Вот, но значит, в данном случае участник показал блестящие такие знания. Можно две медали. Давайте посмотрим. Ну а две медали – это орден. Да. И Матвей удостаивается очередного ордена. Поздравляем. Ну а вопросы второго агона закончены, и мы переходим к третьему агону. И я хотел бы вновь представить наш высокий ареопаг. Председатель ареопага, декан исторического факультета Ивановского государственного университета Аркадий Андреевич Корников. В состав ареопага входят профессор кафедры отечественной истории Ивановского государственного университета Кирилл Евгеньевич Балдин и директор областного музея имени Бурылина Сергей Владимирович Конарев. Наблюдает за справедливостью процедуры Юрий Павлович Вяземский, создатель передачи «Умники, умницы» и прочее.
Ну, а на дорожке в третьем огоне приглашаются Алексеенко Юлия, гимназия номер 3, город Иваново, Кухар Ксения, Михалевская средняя школа, Пустовалов Иван, Мыцкая средняя школа. И в третьем огоне начнем мы, как и во всех остальных огонах, с конкурса красноречия. Незадолго до начала состязаний нашим огонистам была предложена тема для конкурса красноречия. Все члены Ариапага у нас являются обладателями той или иной ученой степени, обладателями высшего образования. И мы подумали, что будет интересно спросить у ребят, а нужно ли вообще в современном обществе высшее образование. И первой будет выступать Алексеенко Юлия. Вы готовы? Здравствуйте, уважаемый Ариапаг, Юрий Павлович, уважаемый ведущий. В современном мире у многих людей существует такое мнение, что высшее образование не нужно. Без него можно прожить, лишь достаточно обладать определенными навыками и заниматься самообразованием. Я с этой точкой зрения не согласна, потому что высшее образование – это не только корочка, это не только диплом. Это доказательство того, что человек имеет силу воли, что он умеет доводить свои дела до конца. К тому же академическое обучение позволяет человеку услышать разные точки зрения и как-то скорректировать, возможно, свою, понять свои ошибки. Спасибо. Большое спасибо, Юлия. 41 секунда. Правда, речь о высшем образовании была удивительна, но решать не мне, решать высокому Ариапагу. Второй будет выступать Кухар Ксения. Вы готовы? Здравствуйте, уважаемый Ариапаг. Здравствуйте, Юрий Павлович. Вопрос, зачем современному человеку высшее образование, знаком мне не понаслышке. Очень много моих знакомых, обучаясь на какую-либо профессию, говорят, ой, да мне не нужен диплом, я открою свое дело. Но молодые умы не понимают то, что образование – это некий фундамент, с помощью которого они и смогут достигнуть своих целей. Потому что свое дело – это ведь большой неоправданный риск, а диплом – это гарант твоего светлого будущего. Спасибо. Большое спасибо, Ксения. 26 секунд. Ну и завершает наши сегодняшние речи Пустовалов Иван. Вы готовы? Здравствуйте, уважаемый Ариапаг. Зачем современному человеку высшее образование? Отвечая на этот вопрос, большинство людей наверняка скажет, для того, чтобы найти хорошую работу. И я с ними согласен. Но значение высшего образования лежит гораздо глубже. Получая высшее образование, человек развивается, он находит себя, свое место в жизни. Спасибо. Большое спасибо, Иван. Краткая речь, 22 секунды. Ну, а пока Ариапаг совещается, я напомню, что у нас есть три дорожки. Победить можно на каждой. Красная дорожка состоит из двух этапов. Ни разу нельзя ошибаться, она самая быстрая. Чуть помедленнее желтая дорожка, один раз можно ошибиться, но на красной могут обойти. Самая медленная зеленая, но она и самая спокойная. Дважды можно ошибиться. Уважаемый Ариапаг, вы готовы озвучить свое решение? Кто будет первым выбирать дорожки, кто вторым, кто третьим? Мы с большим интересом выслушали выступление участников. Действительно, мы работаем преподавателем, профессорами в университете. И для нас было очень интересно узнать оценку высшего образования со стороны будущих абитуриентов. И, как мне представляется, были высказаны очень интересные мнения. И каждый из них заслуживает внимания, но больше всего нам понравилось, конечно, выступление Юлии. И вторым идет выступление Ивана. Что касается выступления Юлии, я просто записал его и обязательно его воспроизведу моим студентам. Большое спасибо, Аркадий Андреянович. Итак, Юлия, какую дорожку вы выберете? Зеленую. Удачи, если вы уверены в своей зеленой дорожке. Иван, вы какую дорожку выберете? Красную. Вперед. Ну, а вам, Ксения, достается желтая дорожка. И мы переходим к первому этапу наших игр. В первом этапе три ключевых слова. Точнее, три ключевых слова для вопроса. С крейсерской скоростью, уроки музыки и оказал помощь. Какой вопрос вы выберете? Уроки музыки. В 1892 и 94 годах этот виртуоз провел летние сезоны на даче предпринимателей Коноваловых в Каменке на берегу реки Сунжи. При этом не только давал уроки музыки юному Саше Коновалову, но и сочинял, собственно, саму музыку.
Например, переложил свою оперу «Алеко» для фортепиано. Назовите фамилию этого композитора. Рахманинов. Да, действительно, это Сергей Рахманинов, и вы без штрафного очка переходите во второй этап. Ксения, два ключевых слова. С крейсерской скоростью или оказал помощь? Оказал помощь. Оказал помощь. Летом 1695 года русская армия совершила под руководством Петра I первый Азовский поход, который был неудачным для нее. Пришлось уйти от Азова, но Петр уроки истории усваивал очень хорошо. Следующей зимой 1695-96 годов он начал готовиться ко второму походу на Азов. И в этой подготовке ему оказал большую помощь епископ Митрофан Воронежский, родившийся в селе Антилохово современного Савинского района, Ивановской области. А в чем оказал помощь владыка Митрофан царю-преобразователю? Честно, я не знаю, но могу предположить, может быть, ну, подсказал ему некую стратегию. Хороший вопрос. Уважаемый Ариапак, к сожалению, мы не готовы принять этот ответ в качестве правильного. И вы со штрафным очком, благо это желтая дорожка, можно ошибиться, переходите во второй этап. А кто из теоретиков готов нам помочь? Участник под номером 9. Крылова Елена, школа номер 10, город Чайково. Но я могу предположить, что он помог в строительстве кораблей. А как? Если не секрет, предположите. Подсказал. Как строить корабли? Строить корабли. Ну, я уж очень усложняю. Действительно, Митрофан Воронежский помог Петру Первому построить корабли. Посоветовал построить флот. И... Уважаемый Ариапак, это орден, это орден. Поздравляем. С крейсерской скоростью. Он одним из первых начал широко применять в своих фильмах спецэффекты. В фильме «По щучьему веленью» ведра с водой сами идут в гору, а дымящаяся печь, выйдя из избы, передвигается буквально с крейсерской скоростью. А назовите его... Александр Артурович Роу. Даже имя не пришлось уточнять. Действительно, это Александр Артурович Роу, и вы без штрафного очка переходите во второй этап. И ключевые слова для второго этапа. Петерим Сорокин, Ивановский помещик, поэт и музей. Петерим Сорокин. Петерим Сорокин. Выдающийся русский ученый Петерим Сорокин, уроженец Вологодской губернии, а учился он в Ивановском крае. Здесь он вступил в ряды партии социалистов-революционеров, вел революционную работу в окрестностях Вичуги, выезжал по своим подпольным связям в Иваново-Вознесенск. Настоящего имени его соратники-революционеры не знали. Известен он был всем как товарищ Иван. Он был арестован и посажен в тюрьму. Здесь, общаясь с политическими и уголовными преступниками, он собрал материал для первой своей серьезной научной работы, которая называлась «Преступление и кара. Подвиг и награда». А в каком городе находилась тюрьма, в которой Петерим Сорокин собирал эти материалы? Смею предположить, что в Петербурге. К сожалению, не в Петербурге, и со штрафным очком вы переходите в третий этап. А кто из теоретиков готов помочь? Участник под номером 15. Скребов Никита Алексеевич, город Вичуга, школа номер 12. Этим городом была Суздаль. К сожалению, это не Суздаль. Еще кто-нибудь готов помочь? Готов ли кто-нибудь помочь? К сожалению, нет. Петерима Сорокина поймали в Вичуге, которая тогда относилась к Кинешемскому уезду, и сидел Петерим Сорокин в уездной тюрьме в городе Кинешма. Два ключевых слова. Ивановский помещик или поэт и музей. Что вы выберете?
Лучше бы я стояла на красной дорожке. Поэт-музей. Поэт-музей. Осмотрев экспозицию этого музея, поэт был в восхищении и тут же разразился экспромтом, который записал в книгу для почетных гостей. Какой блистательный музей! Блуждаю в нем часа уж два. И так он пышен, что ей-ей закружилась голова. Я прошу прощения, я, конечно, не поэт и не могу так ударять, как великие литераторы. А вот теперь вопрос. Какой музей Иваново-Вознесенска произвел столь неотразимое впечатление в 1917 году на поэта, посетившего его? Назовите и музей, и поэта. Ну, музей — это музей Бурылина, а поэт? Поэта я не знаю. Уважаемый Ряпак, что мы сделаем с девушкой? Музей действительно был назван, а вот поэт, к сожалению, не указан. Здесь серьезный вариант, поэтому как-то разрешать двигаться дальше. Можно предположить? Только за музей. Попробуйте предположить. Не знаю, но мне на ум пришел Константин Бальмонт. И раз пришел на ум Константин Бальмонт, то без штрафного очка вы переходите в третий этап. Но напоминаю... Единственное замечание, он Бальмонт. Бальмонт? Бальмонт. Спасибо. Но напоминаю вам, Ксения, что у вас была одна ошибка, и вторая ошибка станет решающей. Если вас, конечно же, Иван не опередит. Ивановский помещик. У этого замечательного российского полководца было несколько имений в Ивановском крае. Помещичьих домов в них не было, поэтому, будучи неприхотливым, он жил в избах у своих крестьян, а летом иногда спал в саду под деревьями. Крестьянам села Сараево он подарил икону, которая складывалась, и ее можно было легко упрятать в военный ранец. Церковь в Сараево, построенная на его деньги, сохранилась до наших дней. В ней идет служба. Назовите фамилию и высшее воинское звание этого полководца. Готовы ответить? Он такой же книг был. Поляком говорил. Мачка, Юрий Павлович. Поехали. Юрий Павлович. Не смущайте агониста. Кутузов. К сожалению, это не Кутузов. И вы на красной дорожке. Это ваша первая ошибка, но на красной дорожке нельзя ошибаться. И вы становитесь теоретиком. Увы. Очень жаль. Очень жаль. А кто из теоретиков был первым и кто готов помочь Ивану назвать полководца и его высшее звание? Участник под номером 13. Валерия Рябова, город Иваново, гимназия номер 3. Это был Суворов, высшее звание генералиссимус. Действительно, это был Александр Васильевич Суворов, и высшее его воинское звание – это генералиссимус. И, уважаемый Ряпак, это орден? Это орден. А мы переходим в третий этап. Итак, Юлия, два ключевых слова. Роман или кузница кадров? Роман. В своем романе, посвященном гражданской войне, он сам себя изобразил под фамилией Клычков, а Мария Рябинина, молодая Иваново-Вознесенская работница, ушедшая на фронт, в романе стала Анкой-пулеметчицей. Этого писателя можно назвать автором одного произведения, так как другие его книги «Красный десант», «Мятеж» значительно ниже по художественным достоинствам, чем главный роман. Назовите этот роман и фамилию автора. Фамилия автора — Фурманов, Роман Чапаев. Действительно, это Фурманов и Чапаев. Вы переходите в четвертый этап, но вас могут обойти по желтой дорожке. Ксения, вам досталась кузница кадров. Кузницей кадров можно назвать церковно-учительскую семинарию в селе Хреново под Вичугой.
Из нее вышли Николай Кондратьев, известный экономической теорией циклов, Петерим Сорокин, известный социолог, математик Александр Барсуков и многие другие. В 1918 году эту семинарию закончил будущий главный маршал авиации, командующий военно-воздушными силами в годы Великой Отечественной войны. А как его звали? Жаворонков. Уважаемый Ариапак, можем ли мы засчитать ответ Жаворонков? К сожалению, нет. Семен Федорович не заканчивал учительскую семинарию в селе Хреново. И это вторая ошибка на желтой дорожке. Это значит, вы становитесь теоретиком. И еще значит, что Юлии Алексеенко повезло, и она становится третьим победителем наших финальных игр. Поздравляем! Ну и нам осталось узнать ответ на вопрос о кузнице кадров. Кто же этот маршал, главный маршал авиации, командующий военно-воздушными силами в годы Великой Отечественной войны? Кто из теоретиков был первым? Участник под номером 9. Может быть, это Невельской? К сожалению, нет. Кто был следующим? Участник под номером 13. Возможно, это был Белов. И это не Павел Белов. Еще кто-нибудь готов помочь? Участник под номером 6. Здравствуйте, Калякина Анастасия, МБУ, школа номер 8, город Кинешма. Я могу предположить, что это был Башарин. Башарин. Нет, к сожалению, и этот ответ неправильный. Есть ли еще из теоретиков желающие? Главный маршал авиации, командующий военно-воздушными силами в годы Великой Отечественной войны, довольно продолжительное время жил в Нерехтском уезде, неподалеку от Кинешемского уезда, и в школе Хреново, и в церковно-учительской семинарии в селе Хреново под Вичугой учился Александр Новиков. Закончил эту школу, стал учителем, а потом в 19 году его призвали в Красную армию, и он не расставался со своей армейской профессией. На дорожках у нас нет агонистов, но мы обязаны разыграть все оставшиеся вопросы. Последний вопрос третьего агона скрыт за ключевыми словами «конец карьеры». Он так писал о конце карьеры в Юрьевце. «Грех ради моих замертво убили и бросили под избной угол. Воевода с пушкарями прибежали и, ухватя меня на лошади, умчали в мое дворишко. И пушкарей воевода около двора поставил. Люди же ко двору подступают, и по граду молва велика. Но иначе ж попы и бабы, которые унимали от блудни, вопят. Убить вора, да и дело собакам в ров кинем. Неудивительно. Ревнители благочестия мало кому нравятся, а уж в 17 веке не нравились и подавно. А назовите автора этих воспоминаний, кого же изгнали из Юрьевца? Кто был первым? Участник под номером 7. Карпачев Иван, школа номер 18, город Кинешма. Я думаю, что это был Протопоп Авакум. А фамилию его вспомните? Нет. А фамилия у него довольно простая, русская фамилия Петров. Но действительно, это Протопоп Авакум, и это высокий Ариапак. Это орден? Это орден. Поздравляем. Ну, а вопросы третьего агона закончены, и мы переходим в эпилог. Это, пожалуй, самый автобиографичный из фильмов нашего земляка-режиссера. В нем оживают воспоминания его детства, проведенного на берегах Великой Русской реки. Роль матери в этом фильме исполнила актриса Маргарита Терехова. А как называется этот фильм? Кто из теоретиков был первым? Участник под номером 8. Князькова Ольга, школа номер 10, город Чайково. Фильм назывался «Зеркало». Действительно, фильм назывался «Зеркало», и Князькова Ольга получает медаль. Известный кинорежиссер – это Андрей Арсеньевич Тарковский. Второй вопрос эпилога.
Николай Михайлович Хлебников в конце Великой Отечественной войны командовал артиллерией целого фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за успешное командование во время штурма одного города ему присвоено звание Героя Советского Союза. А что это был за город, который штурмовала артиллерия? Кто из теоретиков был первым? Участник под номером 5. Зубанин Матвей, город Корфма, школа номер 7. Я выскажу предположение, что это был Кёнигсберг. И действительно, это Кёнигсберг. И это медаль. Почему? Юрий Павлович, к сожалению, это был еще не Калининград. Скоро лечу в Калининград, когда губернатор слышит, что это Кёнигсберг, потому что это отвлекается. Ну, видимо, придется объяснять губернатору Калининградской области, что в 1945 году советские войска брали все-таки не Калининград. Говори, если вы летите со мной. Очень хорошо. А мы заканчиваем наш третий огон, третий вопрос эпилога. Наш земляк, полководец Александр Михайлович Василевский, в годы Великой Отечественной войны занимал должность начальника Генерального штаба Красной армии. Также он командовал советскими войсками на Дальнем Востоке, летом, осенью 1945 года. Под его руководством была разгромлена Квантунская армия. А какой пост он занимал в послевоенные годы, с 1949 по 1953 годы? Кто был первым? Участник под номером 10. Кухар Ксения, маршал. К сожалению, маршал – это не пост. Все-таки просим, чем он занимался, сказать, кто был следующим. Участник под номером 8. Возможно, министр иностранных дел? Не помню. Еще раз. Министр. А чего министр? Иностранных дел. К сожалению, это не министр иностранных дел. Еще кто из теоретиков готов помочь? Участник под номером 3. Богданов Валерий, 41-я школа Иваново. Он был военным министром. Действительно, Александр Михайлович Василевский с 49 по 53 год был военным министром. И это медаль. Ну, а вопросы третьего огона закончены. И нам предстоит вновь назвать победителей и определить, кто же был сегодня лучшим. А пока идет подсчет, слово для поздравления участников нашего финала предоставляется декану исторического факультета Ивановского государственного университета Аркадию Андриановичу Корникову. Пожалуйста. Еще раз добрый день, дорогие участники нашей замечательной игры «Умники и умницы». Я присутствую на этом мероприятии уже второй день, в том смысле, что был в Ариапаге в полуфинале, сейчас в финале, и у меня сложилось определенное такое мнение. Я хотел бы выразить свое восхищение блестящими знаниями, уровнем подготовки, самое главное, настойчивостью и стремлением к победе. Это очень важные такие человеческие качества, потому что, скажем, знания, навыки, они приобретаются. А вот стремление человека, вот эта настойчивость к знаниям, она, ну, в чем-то от рождения бывает у человека, и вот он, все эти качества, они проявляются в таких вот интеллектуальных играх. Поэтому я хотел бы поздравить всех участников вот этой игры, вот теми замечательными свойствами, которые у них есть. Я хотел бы пожелать им в дальнейшем их использовать, вот эти вот качества. Ну и хотел бы обратить внимание, пользуясь случаем, на то, что вот, для развития этих качеств большие возможности дает Ивановский государственный университет. Но, естественно, самый лучший, самый ведущий факультет, исторический факультет Ивановского государственного университета, который я возглавляю. У нас имеется несколько специальностей, направлений истории, международные отношения. С этого года у нас открывается вот такой замечательный профиль, как культурно-историческое проектирование. И когда вы будете закончить школу в следующем году, вы должны серьезно подумать о том, куда вы пойдете,
какое учебное заведение. И надо сказать, что исторический факультет дает прекрасное такое классическое академическое образование. У нас есть прекрасные преподаватели, где-то более половины имеют степень доктора исторических наук, звание профессора. Это очень важно, очень важный такой момент. У нас есть все ступени исторического образования. Бакалавриат, магистратура, аспирантура. Работает диссертационный совет. Имеются прекрасные условия, библиотека. У нас имеются также хорошие социальные условия, общежития. Дают стипендии, имеются бюджетные места. Ну и я хотел бы вот обратить внимание на такую хорошую возможность. Но вне зависимости от того, какую стезю, какой путь вы выберете, вот те навыки и знания, которые вы получили в ходе вот этой замечательной игры, они, вне сомнения, понадобятся и потребуются вам в дальнейшей вашей жизни. Еще раз спасибо вам за те прекрасные качества, за те знания, которые вы показали. Вот наш замечательный секретарь. Большое спасибо, Аркадий Андреянович. Снова захотелось вернуться на исторический факультет. Ну, а у нас уже пока почти закончен подсчет. И, Юрий Павлович, может быть, скажете пару слов? Сначала победителя. Да, конечно, Кирилл Евгеньевич Балдин, доктор исторических наук, профессор. Я хочу сказать то, что краеведением я начал заниматься приблизительно в таком возрасте, в котором находитесь сейчас вы. И мне за краеведение сегодня не обидно, потому что вы очень хорошо знаете эту науку, которую я преподаю в университете, которой я занимаюсь практически всю жизнь, которой я пишу, и книги, и учебники. Меня очень сегодня порадовали ваши знания в области местной истории. Большое спасибо, Кирилл Евгеньевич. Сергей Владимирович Конарев, кандидат исторических наук, директор Ивановского музея имени Бурылина. Уважаемые участники, мне очень приятно сообщить вам, что практически все те вопросы, которые сегодня здесь звучали, они так или иначе находят отражение в экспозиции нашего музея именно в этом здании. И если у вас останется сила и еще будет желание, вы можете увидеть и телескоп Бредихина, он у нас на третьем этаже сейчас как раз стоит, и сварку Бинардоса, и личные предметы, личные вещи генерала-полковника Хлебникова, генерала-полковника Белова, маршала Жаворонкова. Так что я приглашаю вас потом походить по залам нашего музея и все это посмотреть своими глазами. Большое спасибо, Сергей Владимирович. Уважаемый Ареопаг, готов озвучить итоги нашей сегодняшней игры. Дорогие друзья, я еще раз повторю, что нам было очень приятно присутствовать, участвовать в этой игре, где вы показали блестящие, замечательные качества. Но хотим мы того или нет, таковы правила игры, мы должны назвать призеров, победителя и абсолютного победителя вот этого замечательного конкурса. Ну, призеры мы отметим для себя с тем, чтобы мы выдали им сертификат. С этим сертификатом они будут поступать на исторический факультет Ивановского государственного университета. Поэтому мы называем победителей, и из числа участников у нас выделяются три победителя. Это Алексеенко Юлия, Шишова Валентина и абсолютный победитель – это Милошова Екатерина, Центральная городская средняя школа города Родники. Юрий Павлович, вот таковы результаты нашего замечательного конкурса. Теперь, наверное, мы должны дать слово вам, да, для того, чтобы вы могли как-то прокомментировать. У вас есть? Юрий Павлович Вяземский. Дорогие друзья, я страшно рад, конечно. Я уже вам говорил о том, что вот что вы выиграли, что вы здесь присутствуете, что вы участвовали в этой замечательной игре по этому очень интересному сценарию. У меня никогда из Ивановской области никого не было. Меня простите. И играли вы на разноцветных дорожках. Тут кому-то повезло, кому-то не очень. Я с ужасом смотрел на Юлю, как она выбрала зеленую. Я был почти уверен, что она проиграет. То есть ее обойдут. Она не может проиграть. Вот. Но поскольку я создал эту программу, и в каком-то смысле я и в движении активно очень участвовал, потому что иначе бы движение не возникло. Вот. Я имею довольно большие преференции в своих глазах, во всяком случае. Программа моя, Олимпиада моя, все мое, сказала Злата. Мне трех человек мало.
Вот, я имею право и всегда это делаю, назвать еще, ну, по крайней мере, одного призера. Почему я? Это тот призер, который, в общем, тоже отправляется вместе с этой тройкой ко мне. А дальше там уже, вы понимаете, сегодня кто-то из вас абсолютный победитель, а потом достаточно моему призеру заработать одну медаль, и он уже выходит вперед, а вы уже смотрите ему в затылок. Так что все это чрезвычайно условно. Ну, совершенно невозможно мне обойтись, простите, без Валерии Рябовой. Потому что если бы вы играли на желтых дорожках, она, конечно, бы выиграла и была бы абсолютным победителем. Поэтому я надеюсь, что в следующем сезоне у нас будут желтые дорожки в финале, так же, как у меня. Ну, и для того, чтобы люди не говорили. Я, в принципе, могу вообще без всяких медалей, без всяких орденов брать человека, ну, как хочу. Потому что я за этих призеров отвечаю. Вот. Но в данном случае второе место, второй призер, по-моему, совпадает и с теми результатами, которые были показаны, ну и так, чтобы люди не говорили о том, что в Иваново живут одни девочки. Это Матвей Зубынин из города Кохма. Матвей, не подведите, пожалуйста, меня, ладно? Докажите, что мы тоже можем. Можем мы и сами шевелить усами. Поздравляю вас, это большое счастье, что вы с нами. Большое спасибо, Андрей Валентинович. И тогда мы узнали победителя, абсолютного победителя, тех призеров, которые отмечает уважаемый Юрий Павлович. Ну и в целом вот в процессе игры мы тоже отметили такие вот хороших ребят, которые набрали достаточно большое количество баллов, которых мы хотели бы занести в категорию призеров. Это, значит, можно отметить Карпачев Иван, это Князькова Ольга, это Крылова Елена, это Кухар Ксения, это Пустовалов Иван, это, ну, Рябу Валерию уже называли. И все, этих ребят мы хотели назвать в качестве также наших призеров. Мы обязательно каким-то образом вас отметим, это будет отмечено. Ну и хотелось бы в завершение пожелать вам всего, ребята, всего вам самого лучшего, успехов. Будем считать, что вот эта дорожка, на которой сегодня вы проходили, будет началом того большого длинного пути вашей замечательной жизни. Всего вам хорошего. Большое спасибо, Аркадий Андреянович. Большое спасибо, Юрий Павлович. Ну, а наши игры закончены на сегодня. Мы приветствуем победителей наших состязаний, умники и умницы Ивановского края. И я хотел бы пожелать вам, чтобы вы, смотря эту передачу, хотели бы стремиться на дорожке и хотели бы показывать, умники, какие вы умники и умницы. С вами был Андрей Пикин. Большое спасибо за внимание. Удачи вам. До свидания.